Вот есть такое поверье между солдатами, оно как бы не очень громко озвучено, но такое есть поверье, что если солдата дома очень любят и ждут, то он непременно вернется. Вот песня на стихи того же Беличенко, называется, я ее назвал «Военный романс». Когда тревога ставит ногу в стремя, и убывая, загорится время, и мы пойдем, сминая зеленья, за танками надев противогазы, на жизнь и смерть по голосу приказа. Любовь моя, не покидай меня, любовь моя, не покидай меня. Когда в горах или в пустыне дальней придет последний час исповедальный, на линии прицельного огня, то этот час доверит нашей чести ни одного с товарищем вместе. Любовь моя, не покидай меня, любовь моя, не покидай меня. Когда в кругу веселого застолья, где и стихи, и речи льются вольно, и нас полунамеками маня, горят глаза и светят чьи-то лица, дай руку мне, дай сердце не разбиться. Любовь моя, не покидай меня, любовь моя, не покидай меня. Та-ра-та-ра-та-ра-та-ра. И даже там, где только тьма немая, а женщина другого обнимая, и об ушедшем память не храня, посмотрит ввысь, когда с небесной кручи скользит на землю метеор падучий. Любовь моя, не покидай меня, любовь моя, не покидай меня, любовь моя, не покидай меня, любовь моя, не покидай меня. Да-да-да-да-да-да-да.